Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем играть в Underhell. Великолепную модификацию Half-Life 2. Наверное, одну из самых лучших вообще в целом. И мы продолжаем гнать террористов, которые захватили больницу. Там мы выбили практически всех и продолжаем преследовать их здесь, в канализации. Могу сказать, что в итоге это довольно непросто, потому что эти враги, ох уж эти враги, завидев, что стреляет в одного из них, они прибегают всем скопом и просто рвут вас в клочья. В итоге нам было довольно сложно отбиваться в предыдущей серии. Учитывая, что это только пролог, я думаю, дальше будет хуже. Но как бы там ни было, мы разберемся. Господи! Мне только что передали, что недалеко от меня полицейские, у них какая-то там ситуация с бомбой. Вот этого только не хватало. В Нью-Йорке просто пипец какой-то происходит. Бронежилет, круто. Мне бы еще бинтов найти, потому что у меня бинтов. Я слышу тебя. Хорошо, по крайней мере, не обойдете меня. Еще. Как видите, они реально сбегаются на шум, они очень умны. Что это за звуки? Я рядом с метро? Да, походу. Ладно, погнали. Показалось. Блин, тут так шумно, что я не слышу, и мне постоянно кажется, что за мной кто-то бежит. Это уже паранойя, вызванная кучей разных хорроров. Но тем не менее, вот такие вот дела. Отлично. Просто замечательно, мать его за ногу. Я как увидел вот эту штуку, я все сразу понял. Чекпоинт. Я не хочу этим заниматься. Не хочу. Ну давай. Ах, давай, побежали, побежали, побежали. Ну здесь, в принципе, он нас не заденет, я думаю. Не ходите, дети, в метро гулять. Всегда боялся туннеля метро. Ах, твою мать! Ау, 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 тихо. Оно сдохло. На всякий проконтролировал. Ладно, побежали. Ух, напугало меня. Давай, 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 давай. Лупит уже. Скот. Офигеть. Вот поэтому я и не люблю метро. Нечего тут человеку делать. Готов. Так, хорошо. Что еще тут есть, кроме твоих кишков, парень? Я думаю, ты понял свою ошибку, да? Давай, погнали. Погнали. Ах, еще один идет. Давай. Тихо, 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 тихо. Не оборачивайся пока. Я тебе сейчас кину гранату. Вау! Wow.
Где ты, тварь? Я же слышу, что ты рядом. Ох, давненько меня так в играх не напугали противники. Ой, не напугали, говорю, не напрягали. Я не знаю, что-то сегодня несу вообще, что попало. Опять же, потому что глубокая ночь, и не знаю, раньше не получается записать. Не напугали противники. Ну да. Вот, вот то, что мне нужно. Это же моя любимая винтовка. Ох, я с ней в ДЗ сколько набегал. Это, конечно, укороченный вариант, но тоже неплохо. А, я понял, я понял. Да ты вылезай, тогда поговорим. Издалека кричат все мастера. Эх, ненавижу. Так, загрузка. Только прицелиться хотел. Ну, короче говоря, теперь жизнь пойдет на лад, потому что, блин, у меня моя любимая винтовка в руках. Ничего, зал ожидания. Но вроде как пустой. И где-то здесь у нас, похоже, проблемы с бомбой, да? Еще знаете, что мне напоминает данный шутер? Он напоминает мне «Солдат Фортуны» игру. Причем первую часть тоже очень жесткую игру и очень жестокую при этом. В плане именно насилия. Ее даже запрещали во многих странах. Так, я застрял. Супер. То есть совсем застрял. Отлично. Хорошо, грузимся. Я умею ломать игры. Я всегда ломаю игры. Да вы издеваетесь, я отсюда что ли начинаю? Ладно. Ладно. Надо поаккуратнее все же быть. Ну и не лезть, не, понятное дело, в турникеты. Турникетам это не особо нравится. Отдыхай. Откуда кричит постоянно? Вот этого я не пойму. Эти крик... Ох, твою мать, что это было? Блин, я не знаю, громкие звуки меня что-то в последнее время очень сильно пугать начали. Потому что эта игра реально громкая. Хорошо, ладно, давайте в этот раз все сделаем как надо. А как тут вообще пройти? Перепрыгивать что-то как-то... Ну, то есть не так, как я, просто надо перепрыгивать, да? Прицел неплох. Еще один подъем, откуда можно было бы зайти в эту сторону. Давайте посмотрим. Наверняка здесь недоброжелательно. Сказали о том, что все очень плохо, но скоро я встречусь с товарищем из Альфа-склада, то есть из отряда Альфа. Он говорит, неплохой парень. Ладно, будем надеяться. Так, мы уже до станции. Найти гражданских.
и попытаться их сопроводить. Ладно, он за мной идет. Через окошки эвакуировать можно. Так, но сначала нам придется убивать, я чувствую, кучу народа. Где вы, мать ваша? На верхних этажах все походу. Ну, вылазь. Блин, вы наши? Откуда вы беретесь-то вообще? Хоть предупреждали бы. Парни, ко мне. Подлечимся. Ладно, для начала зачистим, а потом уже разберемся, кто где. То есть заложники, я имею в виду. Окей, выход. Куда я слышу крики? Ищем, просто ищем. Да блин, я застреваю постоянно в чем-то. В сортирах никого. Вроде как никого, да? Здравствуй. Хорошо, осталось понять, к какому окну. Он туда, что ли? Окон-то я больше и не видел, в принципе. Там еще кто-то. Хорошо, сначала почистим. Парень, аккуратно. А вы где двое? Hey, we got more chances to make this game go better. Так, хорошо, ребятки, я слышу вертолет. Это не очень хорошо. Твою мать. Но беги ты, парень! Очень плохо все. Давай перезаряжайся быстрее. Охо-хо. А блин. Что, заложники все передохли, небось?
Да вроде так и не скажешь. То цирка клоуна просто. Ну как так вообще? О, гранату в свободном доступе. Продаются в магазине. Странная страна. Так, кто там опять? Как все плохо. Блин, где же наши окна? И где же еще заложники? Я уверен, что они тут есть. Хорошо, допустим. Ну сюда же, да? Я надеюсь. Парни, бегите. Иди. Хорошо, еще парочка. Или все? Еще кто-то остался. Убить пилота вертолета. Да вы издеваетесь. Тихо, прячьтесь, парни. Норм. Ты возвращайся, если что. Нарисуем тебе по новой. Все, ништяк, доволен жизнью. Блин, я обожаю эту игру. Это было круто. У парней проблема там на нижних уровнях парковки. Нужно выдвигаться туда. Хорошо, и нам похоже через бигмачечную. Кто там вылез такой? На, держи подарок. Спасибо. В исполнении в природе. Так, хорошо, что там написано? Я могу пройти через бургер, ресторан. Хорошо, на третьем этаже. Ну, окей, я сюда и шел. Тела нашли какие-то. Они были в ужасном состоянии. Такое ощущение, говорит, что их пытали или что-то в этом духе. Это странно. Что, ребята, долетались? Понравилось, как я стреляю? Приходите еще. Могу добавить. Мне, говорит, нужно перезаправить вертолет. Ладно. Окей. Так, там уже кто-то есть, но я думаю, на этом на сегодня хватит. В следующей серии пойдем на парковку, будем ее зачищать. Так что я хочу сказать? Блин, не знаю, экшон дичайший, и именно благодаря своей сложности он доставляет. Кроме того, здесь довольно неплохо с... баллистикой. Стрелять интересно, это очень круто. Да блин, давайте их убьем, они меня бесят. Кто прик? Я прик. Ну
Никого не вижу. Слышу собак. Твою мать. Со всех сторон, да? Блин. Нормально? Да кто еще? Где? Свободен. Ох, как же громко все-таки. Так, с патронами напряженка. Для этого патроны появились. Короче говоря, отсюда нам дали просраться они. Там что, новый тут появился? Нет. Вполне себе неплохо. Башни-близнецы. Странно. Не очень-то похоже на них, потому что какие башни-близнецы на краю города? Так, воды допустим. Отряд за мной. Ох, собаки разоряются. Хорошо, и вот тут вот сейчас вот теперь мы точно закончим. Просто вроде как больше никто разговаривать не будет. Теперь нас будут раздражать собаки. Повторюсь, хоррора пока никакого. И в принципе это не сказать, что сильно атмосферно. Но это все будет дальше, поверьте мне. Потому что я уже успел увидеть несколько роликов. Маленько себе проспойлерил, ну там на пару минут. И увидел, что это реально до жути страшно. Но пока что идет очень-очень бодрый боевик в духе именно боевиков конца 90-х, когда во главу угла был поставлен геймплей и зубодробительный корм. Где ты? И в итоге мы получаем такую вещь, которую сейчас, в принципе, не так часто увидишь. То есть такой стиль геймплея, он по нынешним меркам, ну, не побоюсь этого слова, уникален. Так что, я думаю, это реально круто. Надеюсь, вам тоже нравится. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.